Одни из глупых людей, победивших в лотерее. Один человек после выигрыша 31 миллиона долларов уволился с работы и почти все деньги потратил на благотворительность, а также купил много роскошных домов и кучу машин для своих родственников. Он был добрый и раздавал деньги всем, кто попросит. Но деньги не сделали его счастливыми, после чего он развелся с женой и полностью обеднел. Одни из глупых людей, победивших в лотерее. Человек купил лотерею. Билет со всеми своими коллегами по работе. По итогам лотереи его билет оказался выигрышным. Выигрышный билет оказался у одного человека, и он весь выигрыш в 38 миллионов долларов забрал себе, не поделившись с коллегами. Через некоторое время его коллеги подали в суд на него, так как он этот лотерейный билет покупал с ними пополам. Он отдал каждому по 2 миллиона долларов и полностью разорился. Япония очень высокотехнологичная, и по этим причинам она впереди всех стран. Хотелось бы, чтобы у многих дома был вот такой туалет. У него есть подсветка по всему контуру, и самое главное, он с подогревом. Еще он может измерять твое давление и мерить твой вес. Это слишком хорошо, чтобы многие в это поверили. Еще в Японии можно увидеть вот такие шлемы в метро. Они нужны для того, чтобы спать сидя, и тогда голова не будет падать. Япония очень высокотехнологичная, и по этим причинам она впереди всех стран. В Японии есть отели, где роботы делают всю работу. Они уберут в вашем номере и довезут ваш багаж. Им не важно, на каком языке вы говорите. И да, Япония делает еду и напитки именно такими, как они показаны в рекламе. И вы больше не будете видеть вот такую разницу в картинке и в еде. Интересные факты про собак, о которых ты не знал. А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Если собака увидела на вашем теле ранку или синяк и начинает облизывать его, не отталкивайте свою собаку. Собака пытается вылечить вас, потому что ее слюна содержит смесь, которая убивает бактерии. И в дополнение к этому язык собаки уберет всю грязь с ранки, и она заживет быстрее. Если ваша собака что-то натворила и делает виноватый вид, то на самом деле она не чувствует чувства вины. Но она все-таки может это почувствовать, если сделает больно другому животному. Еще вы, может быть, не знали, что на собак очень сильно действует прямой контакт глаз. После этого они начнут вам больше доверять. Как на самом деле делают рекламу всех продуктов? Они смешивают клей с искусственным сыром, чтобы сыр на пицце хорошо тянулся. Они кладут его на края пиццы и потом сверху ложат другую пиццу. И вы посмотрите, как будет выглядеть сыр для рекламы. Это выглядит очень аппетитно. Дальше это желе и белый клей, которые создают отличное молоко для хлопьев. Когда клей схватится, туда кладут подушечки для хлопьев, и они не тонут. Это выглядит красиво и аппетитно. Как на самом деле делают рекламу всех продуктов? Картон и моторное масло отлично подходят для блинчиков. Картон кладется между блинчиками, чтобы сделать их более пышными и придать им форму. Затем они льют моторное масло сверху, потому что оно не впитывается в блинчики. Посмотрите, как это выглядит. Насколько уникально твое тело. Только 10% людей левши. И большинство из них живут дольше, чем правши. Только 1% людей в мире амбидекстры. Это те, кто умеют писать обеими руками одинаково красиво. Всего 1,5% людей имеют вот такую складку на ладони. По ней можно читать судьбу. Меньше, чем у 1% людей есть такая кость. Большинство из нас имеет 24 ребра, но у некоторых их 25. И это им никак не мешает. 3% людей имеют X-образную складку на обеих руках. Это очень редко, но если у тебя такое есть, у тебя очень сильный характер.